Ничего не изменилось. Все заработало. Так, станку, что у нас там? Не знаю, бот или что там? Давайте посмотрим. Нет, у нас ничего. В принципе, ничего нового. Так, что тут можно? А, да. Сейчас мы вот это посмотрим. Так, так, вот это вот. Насадка стазисная. Вот, магнитная волна. Вот. Значит, что здесь написано? Залпового огня. Так, а это у нас производит высокоточную винтовку. Что лучше? Смотрите, здесь стандартный вариант. Типа сравни. В стандартном варианте больше скорострельность, да, я так понимаю. Давайте вот это и вот это сравним. Электрический ускоритель. Уменьшается ущерб, увеличивается количество патронов и скорострельность. Я не знаю, что это такое. Давайте его попробуем. Она тоже очередями стреляет? Ну, это, конечно, не очень круто, если она очередями. Лучше зажим дичайший. По одному патрону, конечно, но зажим. Здесь тоже мне не хотелось. Тут верхний вот этот вариатор. Так, полуавтоматический, да, вот. Так, а это что? Это типа дробовика. Есть, можно еще что-нибудь создать. Вот. Троидальный дифрактор. Вот это хорошая тема. Пулемет, видите? Но, блин, урод слабый. Так что все, сваливаем. Но стазисная тема, это мне очень понравилось, да. Можно на все пушки так поставить. Правда, на винтовке у нас стазисная темка. Где-то звук. Так, значит, здесь. Все. Обойма. Обойма. Здесь аптечка и текстовое сообщение. Давайте почитаем. Так, что тут у нас пишет личный дневник. В черепах существ имеется 6 отверстий, каждое из которых ведет в резонансную камеру, чем-то схожую с нашей носовой полостью. Когда через отверстие проходит струя воздуха, она попадает на акустическую мембрану, которая модулирует звук, открывая и закрывая разные мембраны. Существа издавали ноты. Это подтверждается и письменными. Так, так, вырезанными на найденных нами объектах. Это не столько письменный, сколько фонетический ключ. Он состоит из 6 базовых букв или нот. В общем, что-то тут это самое. Выдумали. Да, то есть у нас тоже есть очень много разных. Точнее, должно было бы стать ею. Которая заморозила Луну в ее переходном состоянии. Этого было недостаточно, даже не завершив... Блин, я даже не успел. If this moon should complete, its brothers will all come, looking for food. But there is hope. The natives never finished configuring the machine. It wasn't meant to merely freeze the moon, it was meant to destroy it. You'll need the codex. It is the key to unlocking this machine and reconfiguring it. Follow my trail into the heart of the machine and end this nightmare. Carver, did you hear that? The machine can crush the moon! It just needs to be properly configured. What about Danik? Stopping Danik won't be enough. We need to get that codex back. It's the key to reconfiguring the machine. But Serrano's locked the passage using some kind of alien glyphs. I'm gonna look for a way to bypass it. Угу. Это вот это я... В общем... Так, в общем, они что-то напридумывали тут.
А, понял. Не понял. Подожди, а там же первая была такая. Пустая вроде. Это типа ноты, что ли? Стоп, я не понял. А. Сначала палочку, потом две палочки. Я же не запомню. Собака, у меня с памятью проблемки. Ну, типа вот это что ли? Ну да, нормально. Открылось. Так вот, ну выдумывали всякого тут, видите, из природы взяли тоже. Даже тоже очень сложная система. А там вверх ногами просто надо было назад наперед прочитать. Ой, что это? Ящик. А ты откуда появился, другом? So I guess this is it, huh? Yeah. This is it. I need you to promise me something. If I don't make it, you'll get this done, right? We'll get this done, Carver. You and me. Yeah, but if I don't... I helped get us this far. And that's close enough for all this to count, right? Count for what? For... I don't know, just... All the bad I've done. Oh, shut up, Carver. You're a good man. I alienated my son. Wrecked my family. Isaac, I killed Santos. Is that what a good man does? Good men mean well. You just don't always end up doing well. Yeah. Hey. I'm sorry about Ellie, man. Me too. Me too. This way! Clear that rubble! Look, Stan. It's not too late. I'm turning back now, right? Let's go get that codex. Не исчезай, чувак. They join up with Danix up ahead. Try to slow him down. I'll find another way. Ну а как же еще? Обязательно найду другой путь. Нам датчик уже показывает. Давай. Печка, металлолом. Ну чё? Так, понеслась, говорится. Так. Давай. Danik, you have to stop. Isaac, is that you? You are unbelievably hard to kill. Are you aware of that? Danik, do you know about the moon? Do you know what it is? Part of the miraculous ecosystem, I assume. It's alive, Danik. It's hungry, and it isn't alone. If you turn off the machine, you'll set it free. And then it and all its brothers find our markers, find us, and wipe us out. How can you presume to know its intentions? You fear it because you don't understand it. Danik, hear me out! Danik, are you listening to me? Motherfucker! Danik. Дауник. Так, я слышу знакомый звук. Однажды вот датчик загорелся красным. Интересно, что это значило было. Что это значило? Так, нам сюда, да? Нет, не сюда. Силовой узел, да? Цепь модернизации как. Открыть. Что-то типа блока, что ли?
что это? Но эта штука нам явно понадобится. А если я ее просру случайно? Что будет? Батарейка какая? Так, подожди, нам сказали сюда идти? А, сюда. Но я не буду кидать. Вон там какая-то тварь, что это такое? Это, наверное, это какая-то скульптура. Это что, бомба? Да. Нормально. Катакомбы какие-то пошли тут. В натуре. Вон там еще что-то. Я вижу. Блин, ну опять началось. Кто там? Давай, иди сюда. Что ты мне приготовил? Металлолом. Сюда иди, сволочь. Что-то с него выпало уже, походу. Ну-ка, иди сюда, давай. Да, мне уже что-то выпадало, видимо. Что это за звук был? А, подожди, а там... Там я все посмотрел. Так, нет, тут ящик пропустил. Причем с чем? С гелем, оу, е. Опа, это кто там стоит? А, это наш. Наверное. А с него стрелять нельзя. А, открываем. Сейчас тебе приду. Только вот эту штуку взорву, подожди. Нормально. Подожди. А, все, все, все. Подожди, а... Я что-то не так сделал, да? Собака, теперь думать надо. А, где взять... Хрень. Я сейчас обосрусь, если он это скажет, что Айзек, ты просрал, но он ушел. Подожди, мне... А, понял, они тут воспроизводятся, ну это круто. Я так и знал. Так, только побыстрее надо. Я могу ее толкнуть? Я боюсь, она улетит, отскочит нафиг сейчас. Давай. Понял? Ну блин! О, красавчик, а он же вроде убежал куда-то. Айзек, убей его. Все, засовывай его, пожалуйста, в рюкзак. Фига ты, Копперфильд. Ты где? Айзек Копперфильд. Взял, засунул куда-то его. Блин, вот тут жопа еще начнется, чувствую. Вот сейчас некроморфы чувствую. Попрут. Ох, попрут. Ох, мне это место не нравится. Началось. Мне повезло как. Давай, давай. Да, морозь его, нет? На всякий еще контроль нет. Да, они легкие, нормально. На, по морде. Вольфрама дал всего лишь. С этого ничего не падает, да? С этой головешки. Так. Ну что? Что, господа? Так, а что тут? Бонус миссии, нет? Красавцы вообще. Как я буду читать и делать? А, нет, спасибо, это бонус миссии, я так и знал. Но, в принципе, можно ее выполнить. Так, что тут у нас?
нас какая-то опять музыка, видимо, да? Но я боюсь, вот, чтобы эта тварь не ожила. Лях-мух, примерно. Так, подожди, вот здесь была вот эта. Так, нет. Нет. Двойная. Вот это значит. Есть. Чё, еще что ли что-то? Был Е нажат, может? Это, блин, уже какой-то Tomb Raider. Какие-то... Старые-старые. Ой-ой-ой, закрывается. Катакомбы древних цивилизаций 21 века, да? Ох, раскрутимся. Ой. Вот этот... Самое главное, чтобы кислород не отрубили. Твой воздух-то не качал. Опять. Ну и ну кто же еще может быть, да, естественно. Ну, сдохнешь, нет? Есть. Преобразователь или что я забыл там? Ну и куда мне, давайте. Мне кажется, или... Можно робота поставить. За звуки. А, вот он. Это круто. Патроны. Давай, летай, чувак. Собирай ресурсы. Оу, е. Еще один даже. Но мы его везде можем поставить. И здесь просто не в таком количестве, видимо. Так, нам наверх что? Да, вот. Чё, прилетели что ли? А, нет, подожди. Куда, куда? Кто это? Кто издает эти звуки, вот этот тварь? Сейчас я к тебе вылечу. Нет, нельзя тут вылететь. Сволочь. Ну, давай, завались. Ну, а, нельзя, наверное. Ладно, хрен знает вообще. Вот здесь можно пройти. Да, а то я до этого не видел. Музыка, самое главное, что такая началась. Стазис гонили, что это, да. Нормально, что, хорошо, значит, идем. Аптечек. Сейчас я буду опять недоволен. Чё так много аптечек? Что же это такое? Опять музон. Сейчас гравитацию что ли вернем или чё? Айзек, опять шагнуть, перепрыгнуть никак нельзя было, да? Ладно, давай. Опять та же система почти. Две, одна. Так, тут все правильно. Две, а здесь... Вот так что ли? Или что-то я ошибся, подожди. Да, все правильно, давай сразу. Открывай.